Всем привет! Я сегодня пришла в такое классное место подготавливаться к весне. Смотрите, какая тут красота! Мне и вот эту штуку делали, и вот эту. Сегодня не знаю, что мне будут делать. А это для лица, когда-нибудь тоже приду. И какая тут атмосферка. Приходите, кто хочет скорректировать свою фигурку. Это наша Мурка и наша Боня. Боня сама подходит и дает ей лапу, чтоб та и кусала ее. Ай, чудики. Зато им весело. Загадывай. Как шустро-то, а? У моего любимого сегодня день рождения. Он изъявил желание, чтобы мы были с ним весь день. Семьей. И сейчас побежим на стадионе. Такое уже. Боня наша маленькая не хотела бежать. Папа нашел подход. Немного пробежались, а теперь кто куда. Я вот на такой беговой. Там доча. И вон там мальчики. Вот такой, короче, у нас спортивный день сегодня. Степа, 7 лет. Всем привет! Сегодня мы были во фрейме, но уже в другой баньке, которая рассчитана на 12 человек. Здесь вот такая парилка, немножко побольше. У нас на канале мы снимали другую. Так что хотела сказать, мне понравилось. Свет включу. Обалденная плитка, я такой никогда не видела. Муж сказал, нам в баню такую надо. Такая тут душевая, туалет. Ну и в той стороне там стол. Мы уже уезжаем. Сегодня у сына день рождения. Мы решили сделать такой сюрприз. Доча, подвинься. Он в наушниках и на глаза одели маску. Он знает, что мы едем в бассейн, а тогда не знает. Поэтому решили сделать сюрприз до последнего. Видеообзор на телефон, поскольку камеру найти не могу. Вот это идет прихожая нашего домика. Домик номер 2. Там уже дети плюхаются. Это такая комната уборная. Ну, тут наши уже вещи. Идем в сауну. Свет ищу. Все. Макс,
Что-то не знаю, не нашла, где тут след. Обалдеть, она такая прозрачная. Но это финская сауна. Здесь подливать нельзя на камушки. И веничками, к сожалению, пользоваться тоже нельзя. Сын в восторге. Когда увидел это место, все это не классно, потому нравится. Дети довольны! Да, там кнопочка есть. Ой, Сёма! Для того, чтобы включить хоть что-то, здесь есть выключатель. Один включает свет, другой подсветку в бассейне. И одна кнопочка вот этого здесь классная. Давай я положить вещи. Посмотрела на эту стенку. Так стало интересно. Полочки там. Подняла голову и офигела. Я такого никогда не видела. Он зеркальный. О, получается как двойной. Как мышь и сыр поели. Вышла на улицу встретить доставку. Тут красота такая. В телефон, кстати, мутновато что-то видно. Ой, звездное небо. Молодец.